коллекции. Расскажите, какие эмоции вы сейчас испытываете вот после презентации? Ну, я даже не могу пока что передать. Я еще вся в шоу, даже не отошла. Эмоции положительные, я очень рада, очень довольна. И все прошло именно так, как я хотела. Вы принесли свет на подиуме, просто это было потрясающее шоу. Хотелось бы узнать, как пришла идея на создание такой шикарной коллекции? Коллекция называется «Ночь в пустыне». Я очень часто бываю в арабских странах, и поэтому мне это очень близко. И там безумно красивые ночи. И вот оттуда у меня пошло вдохновение, и оттуда вот пошла вся коллекция. А скажите, а вот за какое время вы создали такую коллекцию? Эта коллекция была создана в рекордно короткие сроки, за 2,5 месяца. Скажите, а вот какие ткани вы использовали вот при создании? Мы использовали, начиная от шелка с шифоном, заканчивая бархатом. Все это было у нас декорировано бисером, ручная вышивка, крэп. Ну, у нас было много разных тканей. Скажите, а вот сейчас все изменяется, претерпевает изменения, тенденции сменяют друг друга, и на этом фоне каким вы видите образ современной женщины? Образ современной женщины? Я же в первую очередь это красивая, ухоженная, умная женщина, красивая, элегантно одета, а там уже дело вкуса.